Привет, привет, мои любимые. Вы просили показать мне котеночка. Вот она маленькая. Ой, не хочет. Ну, в общем, вы ее увидели, да? Ее зовут Лунет. Или Лунетта. Или Лунетик. Можно по-разному называть. Наверное, вы думаете, что это у меня. У меня просто выскочило что-то. Наверное, я вчера съела не очень качественную еду. И... О, вот это да, такое небо серое. У нас сейчас очень серое небо, прям серое-серое, вот примерно вот как вот этот цвет ручки. В общем, показала я вам котенка, ей уже третий месяц, как я уже говорила, она уже такая большая, уже на котенка особо не похожа, хотя это еще маленький котеночек. Что ж. Знаете, не могла вам записывать видео до этого, потому что я помнила, что вы просили показать, а ее как-то или рядом не было, или была, но она спала. Ну, в общем, а тут она прям сидит рядом, я вспоминаю, что мои любимые подписчики ждут видео с котенком, вот. Успела заснять несколько секунд. Хорошего вам настроения. Вот это пройдет, это просто такой ацикловирус, что ли, какой-то крем такой, который уменьшает воспаление. В общем, я вас люблю, до новых встреч. Пишите мне, как ваше настроение, какая у вас погода. У нас последние дни дожди, прохладно, на улицу выходить не хочется, но зато воздух свежий. Это плюс. До встречи!